Ваше Величество, статский советник второй статьи Эраст Петрович Фандорин. Фандорин? Вы меня опять переиграли. Какой грим, какая маскировка. Ну, так что там с турками? Ваше Величество. Вот. Точный план расположения турецких войск в Крыму и сведения о численности их армии. И еще. Ваше Величество. Помимо этого, ряд нарушений среди чиновников Малороссии. В Николаеве вывоз мачтового леса в Голландию под видом истопных поленьев. Херсон, простите. Продажа пушек туркам. Далее. Полковник Полтавский. Незаконные поборы с населением. Еще. Фандорин, Фандорин. А я смотрю, как только вы вошли, голоса знакомые. А кто такой, вспомнить не могу. Кстати, обтягивающее вам больше к лицу. А как вы отнесетесь к тому, чтобы стать советником первой статьи? Ваше Величество, после последнего ранения в весенней кампании, вы знаете, я больше не могу принадлежать ни одной женщине. Ну, кроме Российской империи.